Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодняшний выпуск посвящен новинке от бренда Elan Professional Line Color Fix. Сейчас вам покажу. Это совершенно новый продукт, которого еще не было на рынке. Продукт специально для бровей. Он выступает как кондиционер, который улучшает стойкость красителя. Самый главный компонент в Color Fix – это хирогенол. Запатентованный компонент, который доказано, что улучшает стойкость цвета до 40%. Но для начала нам нужно сделать с вами моделирование и окрашивание бровей, чтобы я вам показала, как им работать. Первый этап – обезжириваем и убираем декоративную косметику с бровей. Используем средство AHD2000. Но совсем скоро мы представим свету еще одну новинку – шампунь для бровей. Далее прорисовываем форму карандашом. Карандаш Dark Brown от компании Elan. Изначально я буду прорисовывать верх, далее буду прорисовывать нижнюю линию, потому что верхняя линия у нас определяет симметрию. Не делая острый угол, так как острый угол мне вытянет лицо. Наивысшую точку делаю более мягкую. И совсем чуть-чуть заполняю для того, чтобы видеть ширину брови. Следующий шаг. Мы убираем пинцетом ненужные волоски. Красить будем 0,3 цветом. Но окислителя будет на 5% меньше, для того, чтобы у нас цвет бровей получился теплым. Цвет волос на голове теплее, чем цвет бровей. Поэтому я хочу сделать более гармоничный оттенок. Прорисовала линию. Заполняю уже больше краской. После этого беру третью кисть. И провожу четко возле контура. Каждый раз, когда кисточку отрываю, я ее обязательно вытираю. Внутреннюю часть сразу сделаю мягче и отодвину краску. Я отодвинула цвет, посмотрела, что у меня все хорошо, и можно уже будет внутреннюю часть делать мягче с помощью ремувера. Берем тоник и растушевываю внутреннюю часть брови. И убираем краску. Сначала просто ватным диском, смоченным водой. Просто убираем краску. После того, как мы смыли краску, мы берем Color Fix, брызгаем на ватный спонж. У него очень приятный запах, да? Вот так вот. Чем пахнет? Яблоко. Нет. Мохито. Ну ладно. И протираем бровь. Его смывать не нужно. Он сразу смягчает кожу. Убирает щелочную реакцию краски и стабилизирует цвет. После закрепляем гелем. И последний штрих. Берем консилер C01 и прорабатываем вокруг брови. Очень важно нанести чуть ниже консилер, а далее уже кисточкой, я очень люблю F02, из линии Face, вы уже подтушевываете непосредственно под бровь.